Сегодня, 53 года назад, Мангыстау ТВ впервые вышел в эфир. По сей день телевидение является вестником самобытной жизни края, как для старшего, так и для младшего поколения. Поэтому сегодня, в такой знаменательный день, юные мангыстауцы посетили главный телеканал области, познакомились с его жизнью и работниками. Сегодня мы нашим центром посетили телеканал «Мангыстау». Нашим детям очень понравилось. Тут понравилось наблюдать работу ведущих, работу монтажеров. Они были воодушевлены. Даже многие ребята выбрали себе будущую профессию как ведущий. Мы приносим свои благодарности руководству телеканала «Мангыстау» за то, что приняли нас так тепло и показали нашим детям все нюансы вашей работы. В первую очередь школьников познакомили с сервисом и техническими возможностями площадки, на которой проходят съемки программ. Затем был показан раздел музея, новости и пути их создания, прямые трансляции. 9-летний Петр Черкасов не скрывал своего желания в будущем стать телеведущим. Сильно понравилось, и я очень сильно хочу стать телеведущим в будущем. Понравилось, типа, вот сниматься на камеру задавать такие вопросы. Понравилось всякие такие съемочные зоны, камеры эти красивые, такие, зеленый фон такой, такие вот компьютеры красивые. 15 августа 1970 года впервые началась трансляция программы на голубом экране. Сегодня же телеканал транслирует 27 авторских программ для разных аудиторий на казахском, русском и английском языках.